Современное соседское сообщество может сделать жизнь комфортнее, экономнее и веселее. А организаторы автопробега по главной улице России уверены, хороший сосед – это активный сосед. Рассказать об интересных проектах, поделиться опытом, эксперты приехали в Ульяновск. Задача нас, как федеральных экспертов, которые занимаются вопросами благоустройства, вопросами развития жилищного и коммунального хозяйства, вопросами развития добрососедства. Для нас это как раз возможность увидеть те практики, которые реализуют люди в своих дворах, в своих городах, чтобы поделиться ими в других городах. Вопросы ЖКХ и добрососедства обсуждали федеральные эксперты с ульяновскими ТОСовцами, председателями домов и ТСЖ. Ответили на вопросы, рассказали об эффективном управлении многоквартирным домом, дали советы по организации мероприятий. Как отмечают гости, большинство домов и дворов в провинциях похожи между собой. Но в Ульяновске они увидели немало примеров того, как люди поддерживают их в хорошем состоянии. В этом помогает движение территориальных общественных самоуправлений, которые знают по всей России. Ульяновск открыт для того, чтобы делиться своим опытом и своими возможностями. Ульяновск с удовольствием учится, и уже, я знаю, несколько есть программы, в том числе была программа у нас, когда Ульяновская область вместе с коллегами даже из других регионов, значит, устраивала большие образовательные программы. И мне кажется, что на сегодня Ульяновск на хорошем не только практическом, но и экспертном уровне. Ульяновск стал четвертой остановкой спикера. После нашего города они отправятся в Сызрань, Балаково, Волгоград и Астрахань. Анна Тищенко, Улправда ТВ.